20-30, максимально 40 сантиметров. И вот на этом вот подъеме очень часто происходили хватки вопли. Опирали в песок, он создавал некую муть, что, безусловно, привлекало вопли. Первое место, безусловно, первое место нашего мини-хит-парада. Очень часто мы использовали воблер Крэйл Джек. И бонусом сегодняшнего сезона был окунь 810 грамм. Величественный горный Алтай, край Шамбалы. Здесь ты обновляешься душой и воспринимаешь свое «я» как часть природы. Горная охота на Алтае увлекательна и неповторима. Только здесь вы сможете гарантированно добыть морала, благородного оленя Сибири.